Ольга Іович – консультант з нейролінгвістичного програмування, тренер і за розкриття особистісного потенціалу, майбутній клінічний психолог. У долю не вірить, переконана, що людина сама вибирає своє місце під сонцем. Доброго вам ранку. Доброе утро, Елена. Доброе утро, телезрители. Сьогодні будемо з вами говорити на таку тему, як нарцисизм. І, зокрема, як його розпізнати. От, наприклад, я полюбляю дуже фотографувати себе. Коли я готувалася до цієї теми, то звернула увагу, що всі зображення – це майже от людина дивиться на себе в зеркало, людина себе фотографує. А от якщо я, наприклад, роблю 10-15 фото, а потім вибираю одну, це може означати, що в мене вже якісь прояви є? Знаете, есть здоровый, ну, нарциссизм есть в каждом человеке, только учитывая долю, вот количество процентов, допустим, процентом соотношения. Если это уже, допустим, с перебором, то это уже психиатрия. Mm-hmm. То есть то, что мы фотографируемся, это, в принципе, ни о чем плохом не говорит, это здоровая самооценка, допустим, и плохого ничего в этом нет. Что ж таки оцей нарциссизм? Наскільки, можливо, він розповсюджений саме сьогодні? Психологи вот по исследованию утверждают, что в мире где-то 1% нарциссов, но сейчас мне кажется, что его больше, потому что многие очень хорошо шифруются, поэтому можно этого и не увидеть. Нарциссизм, то есть сейчас вот минуточку, да, вот это уже расстройство личности, то есть это психологическое расстройство личности. И как ни крути, это психиатрия. Вот. Можно как-то его распознать? Да, как его, допустим, в социуме, да, как его увидеть? Это, допустим, люди, которые постоянно хотят о себе заявить, они постоянно требуют к себе какого-то повышенного внимания. То есть у них срабатывает психологическая защита на уровне того, что они блокируют свой стыд. И проявляется, то есть в виде либо какого поведения, что будет притягивать к себе, ну, какое-то внимание. Вот. Ну, знову ж таки, заявити про себе, це можна сказати і про багатьох блогерів. Ну, это как работа, да, то есть, допустим, если это в отношениях уже, то человек будет постоянно закатывать какие-то скандалы, то есть обращать на себя внимание. Если это вот где-то в компаниях, то есть человек будет себя проявлять, опять же, что-то делать для того, чтобы на него вот обращали, то есть все касается внимания. Чем, можливо, небезпечны такие? Небезпечны тем, что если это касается вот отношений, то есть если, находясь в отношениях и жить с этим человеком, первая проблема – это они очень сильно разбивают самооценку, то есть очень сильно бьют по самооценке, так как я практикую, консультирую людей, и вот у меня основная аудитория – это мужчины, и какой-то там процент этих девушек. И первое, ну, первый запрос от этих девушек – что делать? То есть у них занижена самооценка. Что делать? Вот у меня муж там ведет себя вот так, вот так, вот так, а я не могу вылезти с этих отношений. То есть они очень сильно нарушают. То есть это постоянно какие-то претензии. Это, то есть что в нарциссизме самое важное? То есть они, у них отсутствует эмпатия. Они ничего не чувствуют. Поэтому так как они ничего не чувствуют, просто вот, ну, нету ни сочувствия, нету ничего. Вот, поэтому, ну, как бы, девочки вот приходят, то есть им надо с этого всего вот выходить и лучше даже убегать от этих людей. Я зазначу, що саме цю тему запропонували ви. Тобто, я так розумію, вона є дуже актуальною саме в сьогоденні. Да. То есть, я же говорю о том, что вот девочки реально страдают от этого. И они настолько потом залипают, что не могут даже уйти с этих отношений. Даже когда вот работаешь уже с человеком, уже проходит несколько сеансов, даже были такие моменты, что человек: нет, я не хочу, меня все устраивает. То есть, допустим... Скажіть, будь ласка, от такою людиною це народжується чи поступово стають? Тому що можна ж вийти заміж, так, чи навпаки одружитися, і потім зрозуміти, що щось твоєї коханої людини не так або щось змінюється. Чи коли ти робиш цей вибір, ти вже бачиш, в принципі, що це за людина? Смотрите, люди, вони рождаються, допустим, от дітки, да, вони як чистий ліст. Тобто все, що туди вкладають, то вже як би проявляється потім. А якась спадковість? Є, іноді є наслідственність. Да, то есть там оно еще может проявляться как
психопатии, вот такое, социопаты. А нарциссизм, допустим, как он приобретается, когда родители либо очень сильно залюбливают своих детей, и там очень сильный перепад от того, какой ты молодец, и если он сделал что-то не то, то игнор полностью, какой ты плохой. То есть и вот, ну, вот такие вот качели постоянно происходят. Ну, либо сильно люблю, либо не люблю. Это первое. Второе, когда ребенка вообще не любят. То есть родители заинтересованы выяснять там свои какие-то отношения, там зарабатывать деньги или что-то еще. То есть у него, у ребенка есть задача, ты делаешь то, вот, и в итоге, а ребенок этого, возможно, не хочет делать. И если он этого не делает, ты плохой, если ты это сделал, ты прекрасный. И, ну, у человека реально начинается, вот, ну, либо еще такой момент, когда родители говорят, вот, папа хотел кем-то быть в детстве, а он этого не сделал. Вот. И, мама хотіла бути балериною, віддала дитину в балетну школу, да, так? Да. Хоче, не хоче, а треба. Да, і ти туди пойдеш, а надо йому це, не надо, і при цьому його хвалять за те, що він робить якісь результати. А якщо він где-то облажався, то, відповідно, ти дуже плохой. Вот. І у них от вирабатує. Тобто, ще от руководить вот чувство стыда, дуже важливо. Тобто, у них срабатывает вот эта вот защита, і... Чтобы не чувствовать этот стыд, у них проявление, вот они очень хорошие манипуляторы, очень хорошие. То есть там, ну это вот можно попасться вот налегке. Вот, у них перепады настроения могут быть очень сильные. У меня есть знакомый, который ребенок ел хлеб, макал в сметану, и там осталась крошка. То есть человек был ровный, просто ровный, спокойный. Когда он это увидел, у него был взрыв просто эмоций, что это такое, вот, ну, реально вот качели в настроении. От, зокрема, якщо, як взагалі не потрапити в такі відносини от з нарцизом? Опять же, начну говорити... Тому, якщо вот, вони так приховують, що вони нарциси. Да. І я так розумію, що людина, в якої, скажімо, є такий діагноз, вона сама собі не признається в цьому. Конечно, вони не признають это, потому что опять же это чувство стыда, то есть очень был случай, когда мужчина признал это, ну, то есть это уже первая попытка, как бы первый шаг к тому, что это можно исправить, но не выдержал. То есть какое-то время прошло, там месяца 3-4, он с этим жил, боролся, видать, его затянуло обратно, и вот просто нету, всё, человек опять же в той стихии. Ну, в том, где он был, то есть он туда нырнул. Узнать, опять же, с практики, вот с личной, чтобы, ну, так вот повторение, вот определенное количество раз это все повторялось, и как бы могу сделать вывод, что стоит обращать внимание, когда мы приходим и знакомимся с мужчиной, его просто надо слушать, то есть не сидеть рассказывать, а слушать, вот задавать вопросы по поводу, первое, это родителей, то есть какие отношения были в родителей, как он, любит ли он маму, любит ли он папу, что он об этом говорит, как он относится к сестрам, к братьям, если они есть. Второй момент, это можно поспрашивать по поводу того, вот по поводу прошлых отношений как раз. Прошлое, позапрошлое, как правило, если у него уже это есть, оно может быть неудобно, но если, как мы же девочки, мы же можем, то есть какими-то моментами вывести, выудить, вот какие, вот почему разошлись, да, вот, любил, не любил, сколько лет были вместе. Потому что... моя будто відповідь для того, чтобы дізнатися, что это делает? Если человек говорит о том, что девушка, вот я ушел, потому что она такая ужасная, либо что-то там еще, то есть начинают поливать ее грязью, грубо говоря, то это уже стоит задуматься, ну вот почему, потому что не станете ли вы вот следующей такой, которую будут поливать грязью, потому что они очень обходительные, они влюбляют в себя, а потом, когда не закрывается какая-то потребность их, да, во внимании, да, он будет дарить там телефоны дорогие, он будет дарить там, ну, в кольца, ну, вот будет все дарить, а потом в итоге, когда вы уже просто вот, ну, спасибо, любимый, но на аудиторию это все не выкладываете, да, вот мне подарили телефончик, мне там то, то есть у него уже, ну, как это, нет внимания, что делать, внимания нету. И все, и начинаются потом претензии, я для тебя, а ты, ну, вот, и просто, ну, тут уже начинает бить конкретно по самооценке. То есть и девочка, может, я точно что-то сделала не так, может, он прав, и, ну, и начинает подстраиваться под его настроение, и тут уже можно сделать вывод, что на крючок попалась. Ну, в будь-якому разі, такі ж люди також хочуть мати свою сім'ю, можливо, 5 парад, як жити з такою людиною? Смотрите, если есть ценность в том, чтобы сохранить эти отношения, то первое, что мы делаем, что делает та девушка, которая, допустим, в отношениях с этим мужчиной, это...
давать ему вот как раз-таки вот, вот это вот внимание, давать ему, то есть если он приходит домой с работы... Просветить себя ему. Да, сразу скажу, это очень сложно. Почему? Потому что получается, что живешь просто для этого человека. То есть он приходит с работы, и вы, мало ли, просто общаетесь по телефону, вот посмотрели, там, привет-привет и дальше. То есть это начнется потом, это будет претензия, то есть это потом уже будет, ну, холодное отношение, да, то есть что случилось, задаешь ему вопрос, а там лицо кирпичом, они могут обижаться, вот. Знаете, чомусь мене також нагадує. Мабуть, дійсно, у кожного у нас є отакий маленький нарцис росте. Да, то есть он есть в каждом, есть здоровый, да, который там нормальная самооценка, все хорошо, но когда это уже вот переходит границы, то есть еще самый важный момент, вот как его понять, это вот прислушиваться к себе по ощущениям. Наше тело нас не обманывает. На уровне кинестетики девушка всегда может почувствовать, любой человек может почувствовать манипуляцию. И когда есть что-то, вроде общаешься с человеком, все нормально, но какой-то дискомфорт, вот что-то есть, это вами уже манипулирует, что-то тут не так. Если вы в отношениях, и вам вот дискомфортно, вам приходится все время сидеть вот, вот так вот, вот слушать, то есть нету какого-то расслабления. Все, тут тоже стоит обратить внимание. Вот, какие еще могут... То есть ему надо давать признание, с ним ему надо давать искренность, ему надо... То есть все ему надо для того, чтобы ему было хорошо. А вопрос, зачем вам оно? То есть первое, что... То есть они не признают, какие они есть. И, ну, как психологи опять же утверждают, что если человек нарцисс, то это уже отношения, то есть если с ним вступать отношения, это уже, ну, вот это обреченные отношения. То есть там, во-первых, поломает самооценку, и все равно это все закончится просто насколько долго вы будете в отношениях, то есть насколько сильно будет травмирована психика уже человека, который живет с нарциссом. Або полностью так под него адаптироваться, скажем, да, так? Да. Но опять же, это каждый раз, это вы будете ходить на носочках и вот прислушиваться просто, ну, к тому, может, что... Может, вы есть тех, кому подобается так? Может быть, опять же, вопрос, да, почему мы находим этих нарциссов, да, девушки, вот они приходят, мы с ними работаем, а вопрос в том, почему вы их находите. Если уже это было и есть опять, то есть тут надо уже девушке идти к психологу, психотерапевту для того, чтобы решить этот вопрос, почему же я нахожу этих мужчин. Вот я думаю, это уже будет окрема тема нашей с вами беседы. Надай нашим глядачам, что сегодня мы с вами говорили про нарцисизм, нарцисизм у семьи, взагалі, как распознать нарцисса. И нам в этом помогла Ольга Йович, консультант из нейролингвистичного программирования, тренер с раскрытия особистостного потенциала. Дякую вам, що ви завітали в нашу студію.